Нет, не круто. Это нет, на выходе сам. Нет. Для передачи он уже усиливается. Упирается прямо. Ну, обойди с той стороны и начни снимать. Да, я к нему подойду. Сейчас стой, не уходи. Момент. Начало правого, Евгений, правую руку положь на трубочку. Она называется подкос. Нет, не с той стороны. Так. Вот так. Так, чуть-чуть приподними. Вот так. Он, в принципе, вот так вот. Ой. Потом вторую руку. Подтягивайся наверх. И все. И встаешь на ноги. И еще раз. В этот момент. Ну, достаточно быстрее это, конечно, надо делать. Потому что это все быстро. Что? А полететь просто, стоишь на краю горы, поднимаешь аппарат, ветер дует в лицо, на встречный, да, разбегаешься, и аппарат летает
Если ветер стихнет, то мелко и будешь все равно лететь. У тебя же скорость нет. Но ветер нужен только для того, чтобы стартануть. В принципе, если ты бегаешь хорошо, то ты можешь разбежаться и вскинуть. Я видел, люди даже с попутным ветром стартовали. Просто надо сбежать. А вы в Якутске откуда взлетаете? В Якутске, сейчас практически рядом с Якутском нету мест для полета. Ближайшая Минца — это горы напротив поселка Немигунцы. Где Немигунцы есть, там такие горы. И вот там, оттуда, да? Не сейчас, а вообще. Обычно первые полеты делают 8 марта. 8? Ну, во-первых, есть полуходи из дома. Поскольку ты дополнительный, это в основном мужчина. Ну, а во-вторых, как традиция была заложена еще в 70-х годах, что первые полеты делаем 8 марта. Кто желает одеть подвеску, пояснить под... А не подскажете, сколько стоит такой аппарат? И нужно ли на него учиться, специально этот иметь? Нет. Согласно воздушному кодексу, летательные аппараты массой без пилота до 110 килограммов, они не лицензионные и не сертифицированные. Поэтому можно летать, не опасаясь. Не надо проходить определенные где-то курсы, какие-то вещи. Но все равно обучаться на нем надо. Просто оно сертификации не имеет. Весной открываться вот эти полеты. Будете нас возить, короче? В принципе, подготовка полета начинается обычно с осени. Проходит определенный теоретический курс. Потом с марта месяца начинается практический курс. Ну и в основные полеты, вот апрель, май, это когда новичков учат летать. Ну то есть март, апрель, вернее, пока еще снег лежит, поскольку это естественный, так сказать, естественный матрас, который может это амортизировать. То есть можно будет в Немигунце вас там увидеть, приехать, попробовать? Хотя потрогать и посмотреть на вас. Ну, потрогать лучше здесь. Просто я уже перестал этим делом, так сказать, заниматься. Ветеран. Уже ушел на покой, так сказать. Спасибо. Ну, бывших дезинфлористов не бывает. Бывают приостановленные дезинфлористы. Ну, давай. Уже кому интересно показать мои выступления по